Приветствую всех на своем канале, и сегодня я предлагаю сделать вот такую композицию из цветов. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для сегодняшней работы я буду использовать ленту шириной 4 сантиметра для розы. И для листиков и для чашелистика ленту шириной 5 сантиметров. Для розы нам понадобится два вида лепестков. Для бутона вот такие. И вот такие лепестки. Берем отрезочек ленты 4 на 4. Закругляем края. Обжигаем и растягиваем. Один вид лепесток готов. Второй лепесток делается так же само, только внизу сделаем защип. Делаем встречную складочку. Лепесток готов. Для бутона нам понадобится 11 лепестков. Вот таких. И сделаем маленькую розочку. Еще 9 лепестков. Один ряд. В большой розе 2 ряда лепестков. 9 и 11. Сделаем листики. Отрезочек ленты берем 5 на 5 сантиметров и вырезаем форму листика. Делаем небольшие надрезы. И обжигаем. Затем складываем листик пополам. И над огнем прогреваем. И делаем продольные линии. И со второй стороны.
чтобы листик не загибался, немного его с обратной стороны прогреем. И сделаем небольшой защип. Листик готов. Чешелистик. Берем отрезочек ленты 5 на 9, складываем пополам и еще раз пополам. И вырезаем треугольником. Получается такая заготовочка. Теперь обжигаем и немного растягиваем. Теперь берем иголочку с ниточкой и прошиваем по краю. Соединяем. Закрепляем и обрезаем ниточку. Получается такой чешелистик. В него мы вставим бутон и по краю проклеим. Сделаем бутон. Для него мне понадобится бусина. Я ее закрепила на проволоке. Для бутона мне понадобится 11 лепестков. Беру бусину и вклеиваю ее середину. И теперь закрываю. Беру следующий лепесток и приклеиваю. Закрываю серединочку.
по кругу проклеиваю все 11 лепестков. Я подклеила все лепестки, и бутон готов. Такой же бутон находится внутри розы. Сейчас сделаем один ряд лепестков. 9 лепестков сшиваем, накладывая один на другой. Прошьем все 9 лепестков. Я собрала все лепестки на нить и соединяю первые и последние лепестки. Затягиваю, оставляя довольно большое отверстие для бутона. Закрепляю нить. И приклеиваю бутон. Получилась маленькая розочка. Напоминаю, в большой розе еще один ряд из 11 лепестков. К бутону приклеим чашелистик. Приклеим его сначала снизу. А потом наверх. Закрепим листики. И к розочке тоже приклеим чашелистик. Можно приклеить еще и листик. Я подготовила все детали и соберу свою композицию на кусочки кожи. Можно использовать фетр. И вы увидите готовый результат. Я собрала композицию, и вы видите готовый результат. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, я это очень ценю. Творческих вам успехов и до новых встреч! Пока-пока!